шутки. Что же это у меня там грохочет постоянно, Дед Мороз? Подарки, что ли? Какие такие подарки? С меня смеются в самолете, в маршрутке, в слез, я мешок пустой. Иду я мимо магазина «Фаворит» и лежу там под оградой вот этот вот кувшин. Красивый? Да. А я его возьму, его возьму. Дед Мороз. А что Дед Мороз, с ним надо делать? Дед Мороз, у вас такая, такие красивые, я не видел. Синий Дед Мороз, он сам так мал. Красный Дед Мороз, он Дед Мороз. А синий Дед Мороз, это праздничный Дед Мороз. Спасибо, Мила. Подожди, я как потер, этот кувшин стал убирать отсюда. Да ты что? Да, точно говорю. Серьезно, Дед? А если мы его потрем, ребята, что случится? Если мы кувшин потрем, как вы думаете, что случится? Джин выйдет. Джин? Да нет, в Молдавии джин не живет. Не водит. Подарки? Подарки? Нет, не подарки, да? Сильнее, три, сильнее. О, видишь, видишь, видишь? Что это? Снежок? А, снег пойдет. А для того, чтобы снег пошел, давай поиграем, Дед Мороз. Давайте поиграем. Поиграем, ребята. Во время игры мы не деремся, не шумим. А что делаем? И не кричим. Не кричим, а громко.
будем играть. Успеем до 6 часов. Время есть. Обедать надо. Обедать? Да ничего, будем без обеда. Сегодня разгрузить. Да. Сладкий стол. Берем команду. Раз, два, три. Тогда я вас, наверное, всех съем. Подожди, бабусечка Ига, почему тебя никто не любит? Не знаю. А хочешь, мы тебе покажем, как мы тебя сильно любим? Мы для тебя и споем, и станцуем. Нет!